С улицы Воровского уберут сигнальные столбики. Это произойдет уже на следующей неделе. Такое поручение дал глава администрации города Вячеслав Симаков. Напомню, что столбики установили, чтобы снизить количество ДТП. В этом году у торгового центра на Воровского 135 появился светофор. Электронное регулирование движения позволяет безопасно пересечь две полосы проезжей части. А значит, сигнальные столбики на данном участке дороги больше не нужны, посчитали в администрации. Кстати, автомобилисты жаловались на ограничители. Писали об этом в соцсетях. Были случаи, когда столбики ломали и вырывали с корнем.